Ульяновский дизайнер одежды Ирина Малова приехала с московской недели моды, где почти 900 брендов из городов России представили коллекции. Ирина продемонстрировала пальто и костюмы в оптовом шоу-руме, расположенном в музее моды на улице Ильинка в здании старого гостиного двора. Это была одна из площадок, организованная для знакомства с байерами. Огромные колонны, красивый интерьер. И там вот стояла выставка, которая стояла из 160 дизайнеров со всей России, которые представляли свою новую коллекцию. Мы представляли нашу зимнюю коллекцию, которую еще мы нигде не показывали. Немножко покажу ее вам. Это коллекция пальто меховых и это коллекция теплых костюмчиков. То есть мы уже думаем о зиме. Какими будут цвета и фактуры, когда придут холода? Спокойными, не кричащими, утверждает Ирина Малова. Осенью традиционные черные и бежевые займут классическую нишу в гардеробе. Пудровый цвет пыльной розы тоже будут актуальны. Травяной зеленый, ультрамарин и фуксия добавят сочности. Но не стоит торопиться и звать холодные вечера и стужу. Пару месяцев точно придется носить летние наряды. Чтобы подчеркнуть загар и освежить образ, стоит носить светлую одежду. Лето, оно всегда само очень насыщено красками, яркое, да, поэтому все-таки в лето нужно выбирать более спокойные цвета, беж, белые, базовые, да, для того, чтобы всегда вы могли подарить букетик ярких цветов, дополнить ваш образ. Важны не только визуальные, но и тактильные ощущения. Летом лен, хлопок и шифон комфортны в носке. А когда похолодает, мягкие коконы верхней одежды согреют модниц. Покажем на примере одного из пальто коллекции «Осень-зима-22». Лето пройдет и наступит осень, а осенний фасон у нас очень уютный. Сливочные цвета, пушистые фактуры и оверсайз. Длинный рукав для того, чтобы можно было согреть руки. Публичный показ коллекции на неделе моды принес свои плоды. Теплые костюмы и пальто Ирины Маловой приглянулись владельцам столичных магазинов. По словам владелицы бренда, уже заключен договор с одним из закупщиков. В ателье уже отшиваются несколько десятков позиций на продажу. Виктория Черкова, Даниил Сурков. Улправда ТВ.